Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас необычный первый трай. Мы попробуем, как же громко. Вот, так лучше. Но он не запоминает, точнее, запоминает, но если ты альтабаешься при старте игры, то он не применяет настройки, которые были. Короче, сегодня я ради разнообразия решил провести амнистию очередную в чатике. Так что, если вдруг вы на ГГ были забанены в чатике за совет, за какую-нибудь там вообще какую-нибудь хрень, наверняка за дело, не переживайте. Я уже забыл. Вот, на самом деле не помнил, но... короче, вот, все нормально. И сегодня ради эксперимента я хочу снять мораторий на советы, на запрет советов, так скажем. Вот, как здоровье? Вебби, отлично здоровье. Шея, правда, все равно каждый вечер почти начинает потихонечку болеть, а это очень странно. Вот, я бы еще хотел в... Сезарян говорит, добрый день. Для начала позвольте выразить благодарность за амнистию, принести глубочайшие извинения за свой вопрос, который был сегодня как совет, что привел к бане. Позвольте задать вопрос про механику игры в глобальной карте. Провел первые пару миссий по освобождению стартового региона и покинул его, поставив всех на конспирацию. На протяжении уже 3 месяцев сила Адвента увеличивается, не приставая. Да, сила Адвента не зависит от твоих активностей. Не знаешь, есть ли связь между миссиями освобождения и наращиванием силы Адвента? А, то есть ты его освободил, там сила Адвента все равно нарастает. Но там же не будет никакой активности все равно. Просто сила региона, ее оттуда можно вытаскивать, ее оттуда туда можно привлекать. Ну, я так далеко не доходил, поэтому... Давай перед стримом проговорим связки бойцов, которые зашли, а тут врагом много чего попробовали. Ну, я в этом трае хочу еще, как отродье, попробовать сделать снайперов чисто ради рейдов за материалами. То есть ходить на рейды вне зависимости от того, сколько тебе денег дали. То есть и брать туда именно снайпов в связке с ниндзей, кто-нибудь на саппорт, типа ракетчик или пулеметчик с массовым подавлением. Для того, чтобы не зависеть от рандома и для того, чтобы получать много трупов и много экспы. Снайперы хороши на миссиях таких по рейдам, потому что там нет вообще ограничений на количество ходов. Если тебе удается первые паки, которые рядом, уничтожить, дальше и дело техники. Как остальных расстрелять просто на дистанции. На это нужны приклады, на это нужны, собственно, сами снайперы. Я думаю, что можно компромиссно делать, то есть выращивать снайпов, оставлять их в качестве советников на убежище, потому что такие миссии, когда ты... когда ты вычисляешь безликого, они стартуют сразу, и там у тебя должен быть нужный боец, то есть нужный снайпер. Но когда идет рейд за материалами, ты спокойно можешь вытащить тех снайпов, которые у тебя есть, и пойти на рейд. Потому что мне не очень нравится идея рандома на таких миссиях. Пусть будет лучше максимум, пусть будет лучшим тир повыше, но если мы научимся такие миссии проходить, то будет большое подспорье. Вот. Советы должны быть дельными, это засыпает глупость. Ну, скорее всего, это когда-то прекратится, просто после определенного такого трэш-холда, после преодоления некого порога, оно все равно прекратится, потому что... Ну вот, например, Хейс Майк пишет: меня удручает твой выбор против снайпов. Ну и сиди, удручайся. Чего? Что это? Совет, не совет? Аргументы какие? Что ты вообще? Что ты хочешь сказать? Стараемся выражать свои мысли просто грамотно. Только не багнет, совет ничего не будет, потому что сам играю на домохозяйской сложности с сейвами. Это есть такое. Доволен. Так. Чемандра, добрый день. Я не играл, поэтому только диванный эксперт. Достаточно хорош для советов. Не знаю. У меня не совет, а рекомендация. Поставь 2 мода. Один сейчас я не буду моды ставить. Потому что, ну, надо закрывать игру, ставить, удалять содержимое, перепроверять. Оно может крашиться, мы уже 100 раз так делали. Дезориентация у меня только у одного. Граната имеется в виду. Значит, что зомбари меня убивают. Все. Ладно, давайте я еще раз попробуем. Только не через центр секретных операций, а через партизанку. Давайте рыбу только послушаем. Реально, может, поможет. Поехали. А,
Пойду-ка я в кабак. На прошлой неделе они забрали весь мой улов. Сказали, что он пойдет на благое дело. Иногда им не хватает еды. А, это снова ты, рыба. Ты рыбак? Он рыбак, рыба. Весь стрим слышу что-то про искры, самих искр не вижу. Ну, зона испытаний нам нужна, вот мы ее исследуем, потом нужно... Короче, тут... Игра не такая быстрая. А, Миша где-то 8 траев назад очень сильно стригерила фраза, что он медленно развивается. Ах ты, смотри какой... Да, неплохо. Прости, Юни, я не помню, что было 8 траев назад. Возможно, в этом причина моего медленного развития. О, Крис Хунта. Слушай, ей не больше 10. Что ты делаешь? Крис Хунта, алло. Рад видеть, а ты меня настораживаешь. Крис. Хунтыч. Как ты можешь помнить, если этот первый трай? Действительно. Эвак довольно близко. Ой, ну не надо. Ай. Ой-ой-ой. Плохо. Справа обходить уже неохота, да? Давай так попробуем. Это же Лоли, говорит Дарт Лорд. Делает фейспалм. Это же Фива. Я использовал, что ли? Похоже. А как? Как ты их не видел до этого? Блин. Ну это провал просто. Как он отсюда сверху не видел никого? Ну все, это ГГ. Держись. Промо хорошо. Мя-мя-мя-мя-мя. О, мы успеваем открыть. А ну-ка давай-ка. Ломаем. Выбегать будем через основную. Не знаю как. Наверное, надо подходить. Да, надо выходить сюда. К полукаверу и отсюда уже бежать. А нам хватит мобильности там. Этот точно добежит. У меня нет особо желания открывать сейчас дверь, но вообще нужно это делать. Овер. Овер, да ладно. Так, Дмитрий Михайлов, 5. Все добегают, ты добегаешь, ты добегаешь, да? Ты не добегаешь. А может быть мы ходик еще подождем? Нет, это плохо. Погнали. На рывке Дмитрий Михайлов пытается прикрыть наших. Хорош, красава. Убегает раз. Два. Три. Всех спасли, блин. И сейчас еще ниндзя бы ушел. На каком-нибудь диком рандоме, не знаю. Не, Вайет, не хочу. Ну, углы прицеливания хорошая тема. Мне нравится, она более... Реально можно попробовать убежать. Там два овера, но может повезет. Мимо. Как из такой ситуации мы еще выскочили, а? Ну, они потеряли меня. Вообще, вот это я справил. Ну, с Иваком повезло, что он близко. Сначала не повезло, что мы не увидели пак сверху вообще никак. А потом повезло, что да. Так, здесь ускоряем проникновение по-любому. Уже пора.
Так, это освобождение региона. В Новгороде стартуем. Ну, зона испытаний. Искра, потом еще одна искра, потом еще одна искра. И так штук 10 делаем. Такой у меня план. План капкан. Ох. Очень плохой поезд. Просто. Просто отвратительный поезд, ребят. Самый поезднутый поезд из всех поездов. Хрен это самое. Туда нужно внутрь прям зайти для того, чтобы увидеть. Тебе нужно сейчас прям туда бежать, резать. Ты предал порог на жизнь, можешь шанс, конечно, 6 приходит, так на... Так, тик ходит. Да, кубик. Угу. Справа что-то происходит. Думаю, наверх нужно пытаться идти. Сильно неприятно идут. Здесь можно уже увидеть слишком много. Е. Увидел кого-то уже. Да как? Да меня же там не видно ни хрена. Капец, вся карта. Да как? Там 4 клетки от... Я оставлю на овер людей. Они никого здесь не видят. Проходит финал турнира Топчел ГГ. И забей, а что ты рекламируешь этот турнир на нетематическом канале? Меня ж там нет. Охренел, что ли, пес? Ладно бы я до финала дошел. Ты же засудил там всех. Накрутил. Танюшку обидел. Наверное. Эвак надо было кидать. Ты можешь поддержать турнир, кстати. Я в курсе, как это работает. Давай, Эвак. Шесть человек. Ах, как хочется вернуться. Может и нет. Да-да. Bombs away! Оп, и нет вижена, блин. Ладно, здесь мы тогда гасим протоколом нападения дрона. Которого тоже бы взорвать сначала. Сейчас справа у меня люди. Сейчас забираться наверх будут. Флангануть могут, блин. Короче, ситуация хреновая. Я сейчас больше беспокою два человека под углом здесь, которые сидят. Ага. Это ладно. Главное сейчас третье не спулить. Ну там уже 3 ранения. Ох, не зря я их боялся. Да, офицер меня очень, конечно, тот удивил. Так, 4 хода. О, продвинутый взлом. Так, надо бежать вперед спецом. Надо здесь устраивать врывашки, но, скорее всего, через... Блин, у меня второго лечения нет. Второго медика же должно быть лечение. Есть лечение. А можно следующий ход, пожалуйста? Ладно. О! Что? Как это работает? Где ты был? О, вот тварь, а.
Ах, как хочется вернуться. Миссия, трындец мясная. Что? Ой, господи. Лома. Четыре ранения. Стоимость контакта. Конечно. Тут промазать и попасть по своему можно? Зачем по своему стрелять? Ой. Вроде ранен. Прокачал специалистов, называется. Ломаем. Ну что, что происходит? Ну, ребят, ну хватит, хватит, хватит. Хватит. Какие вот... Я уже забыл, когда я попадал в там 40 плюс. 40 минус, точнее. 50 плюс. 50 минус. 50 минус. Вот. 50 минус — это правда. Сейчас же подтянутся упыри уже. Я тут подсмотрел, что хромовники своей обилкой краш хп не просто лечатся, а залечивают ранения. Да ладно! Что... Что? Рондон-дон. Дору-дору-ру. Постреляем сейчас по нему. Чья рука? В кадре. Куда ты стреляешь? О, молодец. Ну опять. На 50 на 50, собственно, так и должно быть. Промах 22, там, видимо, красный туман. Там вышел новый патч с багофиксами. Да ладно. Заживем. Попадать начинают бойцы или что? А какие там самые главные багфиксы, любопытно. И сейчас я так отлетаю просто по ранениям надолго. Пойдем ставить патч. Пойдем. Ставим. Сейчас бы во время стрима патчи ставить. Четыре ранения. Там вроде убрали доп. Здоровья от щита хромовника. Да ладно. Да что? Нет. Блин, вообще забейте на эти миссии. Просто забейте. Вот единственная миссия, там 20-10%. Ну, засада 20%. Да-да. Сразу пул, но это стандартная вещь на этой карте. Ну, даже не на этой карте, в принципе, здесь. Хо-х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 о. Делать нечего, придется аркадить в надежде. Здесь оглушение. Сейчас мне этот куб справа. И вот убиваем. Засада, опыт, прикинь, 4 мека в засаду. Это да, но пока мы до них доживем. Так, давайте искать врагов здесь поблизости. Они, как правило, всегда есть в определенных... Ага, сразу две пати... О-о-о-о! Вот это пачка, ё-моё! Капец. Две пачки сразу. Они выходят. Змея и два милишных. Милишных. Вообще они мне тут сразу трех из четырех убивают. Блин. Я не могу флангануть. 59. Ну круто, конечно. Ну точно не дым. Ой, хорош. Снайпер попал. Попал, попал. Здесь убиваем офицера. А офицеры?
Не совсем. Придется run and gun тратить вторым. Офицеры. Причем желательно с этой стороны подойти, потому что мы можем сейчас второй пак увидеть. Так, да, стервятник нужен. By the numbers. Ультразащита — это максимальный мод, максимальный на защиту. Ну, я пытаюсь этих гасануть. Причем надо сейчас будет ниндзю отвести назад, потому что если он сейчас... он не сможет, да? Он ремалец. Да хватит попадать, 20%, алло! Ну, тут рвашки делает один. Вот этот вот. На следующий ход мы с Run and Gun'ом продвигаемся на полный ход и врываемся нормально. Здесь пока надо вырубать раз и вырубать два. Ну, то есть две гранаты кидать в ближних. На правых забивать пока что. Понимаете? Два, пофиг на лут. Тут как бы... Так, можно ворваться, конечно, но это уже такое крайне ненадежное. Давайте подойдем поближе. Постреляем по флангу, чтобы было проще того убить. Хорош. Подкреп сейчас прилетает. Это плохо. Это назад, но мы его убьем. Штурмаши у меня как на подбор. Это фланг, скорее всего. Блин, нет. А вот это плохо. Тут фланг ниндзя, оказывается, который я не заметил. Убежали три. Только штурмовики на эту миссию. А спасать я буду четырьмя искрами, если доживу. Просто чтобы... Как блоханкер делать этим? Хорошо. Два хода, и мы будем дома. Нормально. Пока ранения нет. All right. Валим раз. Не валим два. Жесткая миссия. Ну, когда отправляется какой-то нубас сюда на миссию, правильно? Это же... У меня отправилось, считайте, два нубаса. Непонятный снайп, непонятный новобранец. Все, уходим. Скорее всего, сейчас один ивент, процентов 30-40. Понятно. Стреляет все-таки, да, гад? Ай, ты попал, 34, а? Ну, ё-моё, ну... Надо было напоследок вам подгадить, да? 13%, это что, странный какой-то промах был? Все, улетели. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, взломайте терминал. Погнали. Первая миссия, потом рейд за материалами, вторая миссия. Надо бы еще одного снайпа сделать из леммингов в последующие рейды. Надо бы стервятниками прикладов надыбать. Надо бы стервятника сделать для начала. Для этого нужно этого заступника прокачать. Ага, у нас 8 ходов. У нас контакты с сопротивлением, но... Блин, ну это метро. Так, кто-то уже есть. Очень опасный дрон, рон-дон-дон. Как я не люблю этих стартовых дронов. Так, здесь заступник, ему нужно весь... Все давать, короче.
все экспо. Быстрее до сержанта докачаемся, быстрее сделаем стервятников, быстрее появится мода. Вижу мирного впереди. Ну и понеслась, да, он меня уже почти перекрывает. Я бы попытался еще обойти каким-то макаром. Ну, в идеале он, конечно, улетает, но он не улетает. Обычно такие гады не улетают. Он флангует меня и понеслась. Так, ну цель не так далеко. Во-первых, я сразу кидаю вак. Куда-нибудь сюда. Надо Патрике сделать бронебойный леминг тут. Да что ж такое? Протокол может. 62. О! Да что ж такое? Я попробую его захватить. Ну, 62% управления. Управление. Давай-ка. 74. Давай, родной. Ну, почему мне так не везет? О, повезло. Так, хорошо. Дрон с нами, дрон за нас. Мой первый дрон, рон-дон-дон, в этом трае. Это только начало, потом мы будем просто пачками захватывать. Есть, у нас доступ уже. Будем к мирному идти. А тут сразу пак можешь согреть. Я бы не стал. Я бы сделал разведочку ниндзей. Тиснул бы материал у мирного. Надеюсь, это не будет. По-тихому. Оп, оп, 8 баксов. Они идут. Они идут. Ладно, мы вроде далековато. Опа, новый пак. Тра-та-та-та-та. Сразу убрал и сразу лут. О, еще один мирный. Если кто-то подходит сразу на овервоче, снайпер стрелять, но он не умеет стрелять на овервоче, но попадает двойка, еще выстрел, царапина, царапина. Спасибо, Ерич. Сообщает, все-таки мудоделы странные товарищи. Заступника и Монка обафнули, а из жнеца сделали позорище. Не жнец, а ребенок с перочинным ножиком. Можешь хоть на высшем звании норм. Не доходил? Не доходил. Как тут дойдешь вообще? Как? Ты видишь вообще, как они... А, у меня же дрон еще тут передо мной. Так, погоди-ка. Погоди-ка. Что мы будем делать? А, дрон-то наш. Блин, ой, я... ой, у меня крыша уже едет. Рашим. Не трогай, мы свои. Агрю полностью просто. Все, что могу. Все агрю. Он пак. Опасный. Двое черных. И один офицер. Подходим раз. Офицеры. 43. Ладно, давай. 47. Ну, 50 на 50, что делать? Снайперу. Метки ставить не хочу, там мало кто стрелять может по нему пока что. Лучше на него даже грянку закинуть. Я бы над... А, надо было дым кидать. Ой, я дурак. Так что у меня саппорта еще остался дым. Ну да, надо закрывать. Ну, я понимаю, что, скорее всего, они будут стрелять по дрону. Но я бы прикрыл заступника. Жди момента на врыв. Понятненько. Овер. Овер. О, он метку ставит. Видите, не на дрона, а на заступника, блин. А стреляет по дрону. Держись, друг. Мы возьмем тебя на базу, будешь пиццу доставлять. На самом деле это вранье. Да, эти взбудоражились, но они... Так, на снайпа бегут. Это плохо. Попадание. Спасибо тебе большое. Спасибо, вот реально, от души. ПС превращаюсь в оранжевика. Они кидаются как на цицептор. Если интересно. На цицептор. Спасибо, буду знать.
Так, сектоида убили, паника прошла, но... Там лут пропадает. Бедет, знать он. Ты глянь. Вот это... Тихо. Я, значит, уже 10 вечера. Хотя от Джерика, а тут спасибо. Буду знать. Джерича. Джерича, ты чё? Ты чё? Ты чё начинаешь? Чё за битки? Добыча пропала. Отключение сети, кстати, уже скоро. Мы близко. Блин, а не факт. Мне кажется, надо в рубашке вообще сюда устраивать. Погнали. Ну, потому что... Ой! Опасно! Опасно! Играем, а? Жерича. И бахать. И бахать звучит, конечно, не очень цензурно, но у меня выбора нет. Но надо критануть разок, к сожалению, чтобы его убить. Увы. Спасибо, игра. Ну, 2 по 40. Метку убрали. Тему эту подлутали. Подошли, убили протоколом, скорее всего. Тут подтягиваемся. У Леминга собираем бабло. 8 баксов-то не лишние. Пробуем так добить, чтобы не тратить протокол. Ну! А, я даже сейчас уже... Ай, молодцы. Все, сейчас получается ломаем. Ломаем полностью. Третий лемминг. Снижает стоимость контакта. Давай. Ну... Как эту полоску я ненавижу, а? Сейчас посмотрим. Сектоид заходит. Видит. Поднимает зомбаря. Ай, молодца. Пулеметчик не добегает до нас, но было бы неплохо увидеть, где он, для того, чтобы ворваться. Ага, вот и он. Настоящий чемпион. Гренкам туда нужно. 40. Есть. Там, наверное, правда, невозможно. Ну, здесь диванным экспертом вырываемся. Надеюсь, не подгораем. Ой, красивую миссию прошли. И все равно расширенный раз. И эвак на следующий ход. А где у нас еще? Мирный. Давай, баксы сюда. Слышь? Все, нет ранений. Весь лут собрали, никого не взорвали. Выиграли где-то еще 30 баксов. Тиснули у мирных. Подкачали, кого надо подкачать. Надеюсь, сержант получим. Ай, подгораю, подгораю, подгораю этих. Ничего, 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 нормально. It's time to go. В целом, учитывая то, что мы никого не потеряли, и в целом миссии не фейлили, мы вытащили ученого, вытащили инженера, и я думаю, что у этого троя есть шанс. Слушайте, 10-12. Не-не-нет. 7-9. Погнали. 7-9. 4 человека у нас. 3 снайпа, 1 ниндзя. Это будет опять перестрелка на Диком Западе. Если без возвышения, плохо будет. Я не посмотрел еще, какая местность, лес. Это маловероятно, что возвышение. Я не уверен, но кажется, бдительность на активность оленей влияет, и, возможно, переброска войск, шанс детекции вместе фиксированы. Мне сказали, что бдить... О, возвышение есть. Не понял. Это угол. Я в этот угол иду. Первое, что мы делаем, это мы жмемся в угол, друзья. Просто жмемся в угол. Угол, угол, жмемся. Чем больше дистанции, тем выгоднее мне. Все, уходим. Вот начало лучше, чем в прошлый раз, когда у тебя сразу змея, и она идущая на тебя. Ой-ой-ой-ой. Стопы.
три человека. Но здесь паки будут такие по два, по три. 7-9 все-таки. Я бы сейчас снайпов в разные точки поставил и пулил бы вообще с другой стороны. Блин, или не ди... или наоборот. Оставить их здесь, а вот ниндзя как раз уходить. Но мне не нравится то, что очень далеко мне до них. Да, надо просто ниндзя, видимо, с другой стороны их вытаскивать. Смотрим, как они ходят, куда они ходят. Мне нужно, чтобы под снайперов они подставили спинки. Ну и чтобы желательно подальше ушли, да. Мы, в принципе, можем даже по ним начать стрелять так. То есть ниндзя у меня в очередной раз... Ой, ну чё ж я полез так близко? Ну они то туда, то сюда. 4, давайте, ребят, надо. Есть 3. Есть, минус 1. Ой, хорошо, постреляли. Вроде как. Что-то мало, мало хитов убили. Где, где? Почему тот не тот, а этот нет? А, убито, у этого 2 хита осталось, хорошо. Так, ну что ж, здесь мы пытаемся ракетчика забрать. Мое уважение. Ну что, чистильщика просто пытаемся... Только не забирай лут, прошу тебя. Вот это вот самая дурацкая идея, которая только может прийти к тебе в голову. Trying to lose ground, они отступают. Не факт, что мне хватит дистанции для того, чтобы расстрелять. А вот и следующий пак. Сектоид, сектоид. Сектоид. Ладно, сектоид. Овер, овер. Так, 63, да? Кого кто видит? 43. 64. Давайте стреляем. Тут нет смысла ставить метки. Пытаться надо. Хорош. Минус овер. Ну, захватит меня паника и все, до свидания. Овера нет. Это фланг, отлично. Ближнего мы можем подрезать немножечко. Этого мы должны фланговать. Не знаю, сколько у меня там сможет его увидеть. Это тоже может. Можно флангануть. Он поднимает зомбаря. И что надо как-то очень аккуратно ниндзя подсветить. Желательно двоих. 97 опять не вижу. Здесь не вижу, здесь не вижу. Охренеть. Вот это я дал просто стране угля. Ни один из снайпов его не видит. 98 мимо. Какая-то может под контроль запаниковать. Если под контроль, то до свидания вообще. Паника, значит, до него зомбарь дойдет. Это, кажется, я слил миссию. Надо убивать этих двух ближних каким-то макаром. Я хз как. Промах 89. Раз. Надеюсь, у него есть один зомбарь хотя бы вызванный, нет? Нет? Да, есть. Фух. Еще можно вытащить, пацаны. Капец, еще можно вытащить. Еще зомбарь его не остановить никак мне. Либо я врываюсь с блейдмастером и убиваю. Ну, здесь не должен вроде попадать. Ну, ты бы хоть за каверс. А, дым, хорошо. Ну как хорошо это. Палка о двух концах. Если мы убиваем сектоида, то ок. Если не убиваем, то не ок. Убиваем, хорошо. То есть зомбарь падает, получается, да? Да. Под полуукрытием 62, давай. Есть. Хорошо! Блин, вытаскиваем из такой жопы. Повышение. Так, что он делает? Уходит влево на парк. Ох. Реально фильм ужасов. Змея. Мне кажется, надо второго снайпа туда же уводить. То есть просто вот куда-то, может даже сюда. Ну, потому что так больше шансов на пострелять. Увидели кого-то. Да, вот они. Капец там народу. Ой. Так, фланг, фланг есть, хорошо. 92 сектоид, раз.
68, блин. Есть. Извините. Куда мы уходим? Мы уходим сюда за full cover. Змеюка подлюка идет, прикрылась ад. Травит. Сектоид прикрылся раз. И сейчас может быть ГГшечка. Дезориентация, ладно, держимся пока. Это подставил мне спинку, да? Да. Держись, держись, держись! Да, я понимаю. 90. Раз. Крит хорош. 52. У-у-у, не могу, да? Ладно, 52. Ай! Капец, сейчас слон там сидит. Думает, как вообще, что за пёртый вообще бобёр? Да, слонидзе? Те сейчас здесь. Есть. Дезориентация снята, осталось два человека. Но мы не видим змею. Мы не видим, мать её, змею. Так, 95. Давай. На-на. Опа! Зомбарь уже идет. Я не знаю, как убивать. Мне сейчас бегать от зомбаря. Да хватит. Придешь из себя, нет? Придет себе. Блин. Что? Все, побежали. Да, я вижу, там овер, но как бы. Как же мне быть-то? Ну, на овере можно его попробовать принять, конечно. Или чтобы он заблудился, или еще как-то, не знаю. Они уже здесь. Паника опять, да? Или контроль, не дай бог. Контроль. Капец, ГГшечка. Все-таки ГГшечка. Либо я сейчас его убиваю, либо зомбарь убивает первого снайпа, и дальше все. Ну что там, 60%? Нет! Как достал? Ну что, достойный трай, я считаю. Что, мапхакер, да? Знал, на какую клетку падать, да? Вон кулак есть. Используй его по назначению, кулачок. Бьет. Минус. Все. Хороший трай. Все, друзья, спасибо. На сегодня все. Ну, что вы хотели? Новые темы, новые штуки. До мэков так и не дожил, блин. Уже третий трай, не доживаю, да, это самое, до мэков. Но будем стараться, будем пытаться. Спасибо, что смотрели.